посмотреть. Посчитайте, сколько сбора. Считаете, да, там всего? Это нормально. Бесплатно. 52. Нам 150. Давайте за 4-5. Смотри, лебедь в ключе едет. Он. А он всегда в ключе едет. Он режет. Герман, расскажите о своем творческом пути в этом нелегком искусстве катания по снегу. Я катаю года 4 на сноуборде. В парке года 3, соответственно. За форму. А в каком парке? В сноу-парке, в принципе, по перилам. Трюки делаем, джибим, угораем с ребятами. Вот. Давайте, давайте. Трюкачим, в общем. Тут очень круто, интересно. А вы откуда сами? Мы из Москвы. А ваша фамилия? Филимонов я, Герман Филимонов. Вы в этих вот соревнованиях у нас в Сергиевом Посаде участвуете давно? Ну, не первый раз уже приезжаем, да. На разных спотах ваших катаем. Прикольно. А еще вы где-нибудь бываете, ну, в других местах, кроме Сергиева Посада? Ну, в принципе, в Москве только и здесь, ну, пока единственные места, где вы катали. Вот. Но здесь, на самом деле... Понял, что таких мест немного в Московской области, что-то не... В этом сезоне мало, да. В этом сезоне правительство не раскошелилось на такие проекты. Так она что тут раскошеливается? Хорошая горка и несколько энтузиастов. Ну, никто на ответственность, наверное, брать на себя не хочет. Ну, возможно, травмы. Вот. Ну, площадку выделять для этого тоже геморройная тема, муторная. Поэтому все это требует денег, финансов. А сейчас в стране кризис, у нас денег нет. Да что вы говорите? И либо деньги воруют, либо вот кризис. Все, у нас как бы и нечего нам делать. Приходится ездить за границу, а курс доллара большой. Вот все едут в Сочи. Сам только что в Сочи приехал. Ага. Вот, там 2 недели катался. Ага. Вот, сюда приехал. А здесь снега мало. Вот, и фигур нету. Вот так. Ну, снегу-то можно подсыпать, наверное. Вот здесь еще Сергей Посадик хорошо, а в Москве вообще с этим плохо.